Дорогие друзья, всем добрый день. У нас буквально одна минута, и будем начинать. Да, всем доброе утро, всем доброго дня. Все отлично. Ну что ж, давайте, наверное, тогда будем начинать. В любом случае, у нас будет запись с вами. И все, кто пропустил начало, смогут посмотреть вебинар в записи. Во-первых, я всех приветствую. Я благодарю за возможность встретиться с вами, да, хотя и виртуально, компанию Alacart, наших дорогих друзей, партнеров, коллег уже на протяжении многих лет. Света, спасибо огромное за предоставленную возможность, да, все это дело реализовать. Ты, как всегда, нам очень сильно помогаешь с вебинарами. Друзья, я всех приветствую, всем желаю хорошего настроения, буду рада ответить на все ваши вопросы, с вашего позволения, после вебинара. Если что-то у меня будет по ходу рассказа, какие-то комментарии, да, я буду ваши видеть, то буду параллельно комментировать. Если немножко отстраненные будут вопросы, то давайте, может быть, немножко поотвечаю на все ваши вопросы по завершении рассказа. Итак, напомню, меня зовут Милана, мы представительство MMA Consulting. Тема нашей сегодняшней встречи – Греция. В нашем портфолио множество разных интересных клиентов, о которых можно будет узнать, связавшись с нами уже отдельно, да, по всем контактам. Сегодня давайте поговорим про Грецию. В Греции у нас отель находится на Корфе, на Корфу, на острове Корфу и на материковой Греции. Отель Marbella Collection. Пожалуйста, поставьте плюсики, если кто-то знает наши отели Marbella Collection. Кто-то, если, может быть, слышал, кто-то был, кто не знает, ставьте смело минус. Будем сегодня как раз-таки изучать и заполнять этот пробел. Вы пока можете ставить ваши плюсики и минусики. Я буду все это читать, смотреть, наблюдать и одновременно рассказывать. Вот очень приятно, что в прошлом году смотрели наш вебинар. Да, еще пока, наверное, не было возможности активно попродавать Грецию, мы очень надеемся, что в ближайшее время это случится. Ну что же, Marbella Collection. На сегодняшний день коллекция представлена тремя отелями. Давайте посмотрим на карту. Два отеля у нас находятся на острове Корфу. На острове Корфу. И один отель у нас находится на материковой части Греции. Он у нас как раз-таки был открыт 20 мая, на прошлой неделе. В прошлую, по-моему, пятницу, да, если я не ошибаюсь, пятница это была. Это новый отель нашей коллекции Marbella Helix. И я уверена, что всем известные наши отели, по крайней мере, много кому известные, Marbella Corfu и Marbella Nido, они находятся у нас на острове Корфу, в местечке Agios Ioannis Peristeron, пляж называется Agios Ioannis Peristeron. Они находятся на той части острова, да, которая, соответственно, ближе к материку. Вот, поэтому добраться, в принципе, можно от острова Корфу и от самих отелей до нашего нового отеля достаточно удобно и комфортно с острова Корфу. Итак, Marbella Collection. На сегодняшний день коллекция представлена тремя отелями. 50 лет назад, да, в прошлом году мы праздновали свое 50-летие. Ну, на самом деле, хотели громко отпраздновать, но не очень у нас это получилось. Поэтому праздновать будем весь год. В честь этого мы открыли наш новый отель Marbella Helix. Так вот, наш первый флагманский отель Marbella Corfu, вот он, я его сейчас здесь показываю курсором, это один из лучших отелей на Корфу для семейного отдыха. Те самые 51 год назад, когда появился отель Marbella Corfu, мы были
по праву лучшим отелем. Так, в 2018 году мы открыли второй наш отель Marbella Nido. Отель для пар 18+. Такое уютное гнездышко для уединенного, спокойного отдыха. Два отеля находятся рядышком друг с другом. Можно, в принципе, даже дойти от одного отеля до другого. Вот у нас ведет такая небольшая дорожка, да, можно доехать на клабкаре, пройтись пешочком по пляжу. Они как вот такие два брата-близнеца, ну, вернее, не близнеца, они абсолютно разные, разная концепция, как брат и сестра, да, находятся рядом, имеют разную концепцию. И третий наш отель, отель Marbella Helix, он у нас находится на материковой части Греции. Это также совершенно независимая, так скажем, абсолютно не похожая ни на что концепция отеля. Итак, отель Marbella Corfu. Идеальный отель для семейного отдыха. Мы работаем на всех категориях, на всех планах питания, в том числе и на ультра все включено. Большой отель, 388 номеров, множество ресторанов и баров, множество программ для активного отдыха, в том числе для детишек, для самых маленьких, для подростков. У нас есть также детские ясли, да, детский клуб, детские ясельки, в которые мы принимаем детишек от 4 месяцев. На самом деле это такая классная штука, да, потому что можно уже своего малыша отдать в надежные руки специалистов, педагогов, да, воспитателей и действительно насладиться отдыхом. Насладиться спа, пойти в тренажерный зал, да, может быть, даже поехать в таверну за территорией отеля, либо на какую-то экскурсию и быть уверенным, что за вашим ребенком будет настоящий профессиональный, хороший, качественный уход. Это опция за дополнительную плату. Да, и уже с 4 лет детский клуб принимает детей бесплатно. Итак, есть и тренажерный зал, активные водные виды спорта, моторизированные, немоторизированные, прогулки на яхтах, программы для подростков, в общем, множество всего-всего, что только можно себе представить и нельзя представить. Итак, что касается размещения, да, то у нас разные категории номеров есть, есть в том числе и номера стандартные с видом на сад, имейте это, пожалуйста, в виду, есть номера с видом на сад, то есть не все номера смотрят на море, есть также семейные номера, супериоры, номера с двумя спальнями, поэтому для разного размера объема семьи, да, и для разного бюджета у нас есть разные категории номеров. Имейте это, пожалуйста, в виду. Что касается питания, мы работаем на всех типах питания: завтраки, хабборд, фуллборд, в том числе ультра все включено. Опять-таки, для любого клиента, кто что, так скажем, пожелает, да, кто желает размещаться на завтраках и выезжать все время обедать и ужинать за территорию отеля, да, изучать остров. Кто-то предпочитает максимально находиться в отеле. У кого-то детишки, с детишками нам, конечно же, удобнее брать ультра все включено. Основной ресторан по системе завтрак, обед и ужин – шведский стол. Плюс мы также еще и расширили опцию завтраков. Мы предоставляем завтрак еще и в двух других ресторанах отеля. Таким образом, мы немножко рассредотачиваем потоки, да, и таким же образом мы, так скажем, даем возможность людям не собираться в одном месте. Рестораны а-ля карт, итальянский, греческий ресторан, американский дайнер, кстати, тоже очень классный, пользуется большой популярностью не только у детей и подростков, но и взрослых. Ресторан на пляже. Множество баров в разных уголках отеля. Кстати, отель был реновирован в 2019 году. Пожалуйста, тоже это имейте в виду, примите к сведению. Да, хотя нам 50 лет, но отель, естественно, всегда поддерживает себя в прекрасной форме. И в 2019 году мы полностью завершили реновацию всех абсолютно общественных площадок отеля, ресторанов, баров и номеров.
Что касается развлечений, я уже говорила о том, что для детишек это настоящий рай, да, множество всего, детский клуб, есть ясельки, есть также клуб приключений для подростков. Что это такое? Мы работаем с таким так называемым Adventure Club, да, приключенческим клубом английским, который занимается организацией отдыха для подростков. Там различные программы активного отдыха, основанные на истории и мифологии Греции. На самом деле очень такие классные, интересные, развивающие программы, которые позволяют не только активно отдыхать, да, нашим подросткам и детям, но и еще и изучать историю Греции. У нас есть теннисные корты, у нас есть огромный такой фитнес-комплекс, да, в котором различные индивидуальные занятия, групповые занятия, йога, павильоны для йоги, индивидуальные павильоны, групповые, также йога в гамаках есть. Есть различные водные виды спорта, моторизированные, не моторизированные. Есть новомодные сапы, да, такие вот борды на воде, на которых, на самом деле, которые являются такой многофункциональной опцией, очень хорошо действуют на все, абсолютно задействуют мышцы тела. Такая модная, хорошая, но реально работающая штука для любителей спорта. Есть различные программы экскурсионные, есть возможность отправиться в столицу острова Корфу на лодочке. Есть также программа развлечения, да, играет живая музыка вечером, вечером вот в нашем основном баре. Все время весело, как-то очень живо, все собираются гости в баре, различные устраиваются программы активного отдыха, да, так скажем, развлекательные программы. Мы также показываем ночное кино, устраиваем пляжные вечеринки, в общем, у нас не скучно, у нас не скучно. Также, что касается различных активностей, развлечений в отеле, мы планируем завести теннисную академию, проводить в отеле. Об этом мы будем отдельно информировать, да? Ну, вообще, имейте в виду, пожалуйста, что у нас есть теннисные корты, на которых абсолютно прекрасно можно играть в теннис, продолжать активные тренировки, да, если, допустим, ваши клиенты занимаются теннисом и не хотят отрываться от тренировок. Можно продолжать спокойно тренировки даже на отдыхе в нашем отеле. Водные, так скажем, экспириенсы, да, различные программы отдыха на воде. Это различные водные виды спорта, моторизированные, не моторизированные. И также есть яхтинг, есть морские круизы, рыбалки. Можно арендовать вот такую вот лодочку и сплавать в столицу острова Керкера. Можно сплавать на соседние острова, Паксус и Антипаксус. Также есть у нас различные водные виды спорта для детишек. Даже имейте тоже это, пожалуйста, в виду. Это был наш отель Marbella Corfu, большой комплекс, прекрасный вариант для семейного отдыха. Кстати, у нас есть там огромный спа-центр, тоже имейте это в виду. Удобный, хороший пляж. Давайте, кстати, я вам покажу, как у нас выглядит пляж. Вот у нас отель Marbella Corfu. Он как такой паук, да, немножко распластался по холму, да, каскадом спускается к пляжу, к морю. Несколько бассейнов на территории отеля. И пляж у нас делится на две части. Одна часть у нас вот такой вот понтон. Здесь у нас ресторан, бар. Можно, естественно, купаться, да, спускаться с этого самого понтона. И одна часть пляжа у нас галечный пляж. Такая достаточно комфортная галька с хорошим входом в воду. Для того, чтобы попасть на пляж, у нас есть подземный переход, потому что здесь перед отелем у нас проходит дорога небольшая.
И соседний наш отель Марбелла Нидо, вот о котором я уже сейчас буду рассказывать, также имеет свой оборудованный пляж. И гости отеля Марбелла Нидо могут пользоваться инфраструктурой, во-первых, отеля Марбелла Корфу, да, ресторанами а-ля карт, теннисными кортами, даже можно приходить в бассейны в наши, фитнес-комплекс. И водные виды спорта, они у нас вот здесь базируются, поэтому они как бы для двух отелей. Итак, двигаемся дальше. Отель Марбелла Нидо. Отель Марбелла Нидо – это отель для пар. Нидо переводится еще и как гнездышко, поэтому в логотипе у нас такая вот замечательная милая птичка. Каждый гость себя чувствует, как будто бы он находится в своем уютном гнездышке. Отель только для взрослых, для пар, 18+. Все номера здесь у нас смотрят на море. Все номера имеют вид на море. Мы принадлежим такой всем известной ассоциации, да, Small Luxury Hotels. Marbella Nido – это персонализированный подход к каждому клиенту. Индивидуальный сервис, спокойствие, уют, релакс, такой размеренный очень отдых. Бутик-отель у нас только сьюты, 70 сьютов. Приветствуем всех мы наших гостей на такой красивой террасе оранжереи с лимонными, апельсиновыми деревьями. Прекрасный, красивейший открывается вид на Ионийское море. Таким образом, у нас происходит церемония регистрации, да, с каким-то совершенно сногсшибательным коктейлем на террасе. То есть уже вы, даже вот делая первый шаг в отель, при такой достаточно стандартной процедуре чек-ина, да, регистрации при заезде, уже чувствуете себя на отдыхе. У нас 70 сьютов, разные категории номеров. Номера есть с бассейнами, номера с джакузи. Очень светлые, уютные, просторные. Все номера имеют либо балкон, да, либо джакузи, либо небольшой бассейн. На самом деле номер не хочется покидать, потому что, во-первых, отель для пар. Мы себя чувствуем здесь уютно, да, со своим любимым или любимой. Прохлада, такой светлый, уютный, комфортный номер. И да, ты себя чувствуешь как будто бы в своем собственном гнездышке. Такие вот красивые, просторные номера. Работаем мы на двух типах питания, на завтраках либо на полупансионе. Это наш бассейн, Infinity бассейн. У нас два ресторана. Основной ресторан у нас работает по системе шведский стол плюс а-ля карт, то есть есть линейка шведского стола, да, и можно также, собственно говоря, заказать, ну, фактически, наверное, все, что угодно, да. У нас есть некое меню, но это меню больше идет как пример того, что можно заказать. И есть у нас ресторан а-ля карт. Ресторан а-ля карт у нас работает только на ужин, а апогео итальянский с безумно вкусной кухней. Там у нас иногда играет живая музыка, проводятся различные мастер-классы кулинарные, винные дегустации. И наш бар, кстати, тоже, да, очень симпатичный, уютненький. Фотография нашего пляжа. Пляж оборудованный. На пляже у нас есть сервис. Да, у нас есть такая специальная кнопочка волшебная, по которой можно заказать обслуживание, любые напитки, закуски на пляж. Вам принесут это все дело. Есть также небольшой тренажерный зал, есть спа-центр. И, как я говорила, можно пользоваться спа-комплексом, большим спа-комплексом в отеле Марбелла Корфу и большим тренажерным залом в отеле Марбелла Корфу, да, также. Что касается активностей,
я уже также упоминала о том, что активности, водные виды спорта у нас делятся между отелем Марбелла Корфу и Марбелла Нидо. Да, они у нас посерединке между двумя пляжами. Абсолютно в свободном доступе для отеля Марбелла Нидо все сапы, каяки, катамараны и так далее, и так далее. Можно также организовать различные трекинг-прогулки, да, по интересным маршрутам вокруг отеля. Можно также арендовать лодочку до близлежащих островов Паксос и Антипаксос, до столицы острова Керкера. Различные такие вот романтические программы для пар, дегустации вина, кулинарные мастер-классы, wine pairing, живая музыка. В общем, все в таком вот режиме, очень расслабленном и, ну, идеальном для пар, для, может быть, молодоженов, да, для тех, кто хочет как-то немножко отдохнуть от суеты. Это Марбелла Нидо. Марбелла Эликс. Наш новый отель. Мы открыли, простите, неправильное у нас тут оповещение, да, открыли мы отель 20 мая 2021 года, то есть буквально на прошлой неделе в пятницу состоялось это грандиозное открытие, чему мы безумно на самом деле рады и поздравляем всех наших коллег и ждем всех вас, дорогие друзья. Отель находится в местечке под названием Парго. У отеля пляж находится в местечке Каравостаси. Этот пляж называется Каравостаси. Забираемся мы либо с острова Корфу на скоростном катере, либо на пароме, он идет 40 минут, либо мы прилетаем в Салоники на, соответственно, регулярном рейсе, на бизнес-классе, да, и едем по скоростной трассе, около 3 часов у нас занимает трансфер до отеля. Либо можно прилететь еще из Салоников до аэропорта Актион внутренними авиалиниями. Но на самом деле интереснее добраться напрямую из Салоников на машине, на автомобиле. Можно по пути заехать, допустим, на Метеоры или в какое-то красивое местечко, которых вокруг этого отеля огромное множество. Да, у отеля необыкновенная локация. Во-первых, местечко Парго. Вот оно. О нем здесь у нас небольшая такая справка. На самом деле Парго необыкновенно красивая. Там есть порт, там есть такие вот цветные яркие домики, каменные мостовые. Туда очень интересно съездить днем, либо вечером, на обед, либо на ужин, посетить таверну, прогуляться по набережной. Безумно красивое место. Река Ахерон – это очень такая бурная живописная река. Во-первых, по ней можно сплавиться на байдарках, да? Можно устроить трекинг по пересеченной местности, да, вокруг этой реки. Это для любителей активного уже отдыха. Также вокруг отеля местечко Парго находится минут в 30 езды на автомобиле. Река Ахерон тоже минут 30-40 езды на автомобиле. Всем известные чудо света, метеоры, да, парящие монастыри. Это просто какое-то необыкновенное, на самом деле, волшебное, загадочное место. Место силы находится в часе езды от отеля. И местечко Загорье – это горная деревня, где все дома, где все крыши домов, мостовые, все выполнено из камня. Тоже минутах 30 езды от отеля. Безумно тоже классное, красивое, живописное место. Таких местечек на самом деле огромное множество. В нашем приложении Marbella Collection, которое мы рекомендуем скачать всем перед тем, как вы отправляетесь в путешествие к нашей отели, есть множество разных маршрутов и идей, куда можно съездить вокруг отеля. Итак, отель Marbella Эликс. Находится он у нас на возвышенности с безумно красивым видом на море, с таким вот огромным, широким, просторным пляжем.
До пляжа мы добираемся на фуникулере. Фуникулер идет 40 секунд и несколько ступенек еще. Работаем мы на всех типах питания, в том числе ультра, все включено. Удобнее, наверное, брать либо фуллборд, либо хавборд, либо ультра, все включено, так как за территорией отеля у нас некуда выйти. Нужно только выезжать на автомобиле, да, чтобы, допустим, съездить в традиционную таверну. Поэтому это либо для тех, кто, для тех клиентов, которые ищут отдых в новом, классном, стильном отеле и никуда не хотят выезжать, поэтому для них, конечно же, ультра все включено, либо для тех, кто, наоборот, любит брать машину в прокат и путешествовать, изучать что-то новенькое, но в то же время жить в красивом, классном, стильном месте. В отеле полная абсолютная инфраструктура, спа, теннисные корты, тренажерный зал, различные развлекательные мероприятия. Есть также все абсолютно для детей. Детский клуб, услуги няни, есть также ясли. В отеле, кстати, есть такая достаточно активная анимация. Вот так выглядит у нас отель. С высоты птичьего полета, да, так скажем, карта отеля, где наглядно видно, какие категории номеров, что где у нас находится. Сверху у нас ресепшн, здесь у нас также основной бассейн. Номера у нас каскадом спускаются вниз. Есть номера с бассейнами, есть номера свим-ап, да, свим-ап бассейнами. Есть номера без бассейнов тоже, но с балконами. Есть также теннисные корты, волейбольное поле. Ну и вот мы видим вид на пляж, да, здесь у нас фуникулер на пляже. В отеле 3 ресторана, 2 бара и описание программы «Ультра все включено», которая включает в себя завтрак, обед и ужин по системе «Шведский стол», бесплатное мороженое, да, ужин в таверне за территорией отеля, безалкогольные алкогольные напитки во всех барах и ресторанах, также кредит в спа, водные виды спорта, различные водные виды спорта. Мы даем бесплатные уроки на некоторые из этих видов спорта. Акваэробика, теннис, дартс, бадминтон, баскетбол, хайкинг, детские клубы, вечерние развлекательные программы. Все это доступно как для гостей на ультра, все включено, так же и, ну, соответственно, и для всех остальных гостей. Wi-Fi прекрасный во всех номерах, номера полностью оборудованы всем необходимым, да, и сейф, и кофемашины, и чай, тапочки, халаты. Номера в нашем отеле очень стильные, в стиле боха, такой современный стиль боха, модный, да, очень, и различные тоже категории номеров, есть номера, как я уже говорила, с бассейнами, есть номера со свимпулами, есть номера мезонеты, вот такие вот стильные, красивейшие номера. Можно также разместить большую семью, да, до там 6 человек в двухспальневых номерах, фэмили номерах, такие вот красавцы номера, и вы видите искусство в маленьких деталях, да, у нас вот везде какие-то такие интересные детали, цветочки, стильные какие-то вещицы, лампы, подушки, греческий орнамент. В общем, на самом деле, вот в этом и фишка нашего нового отеля Marbella Helix. Основной бассейн, это наш лобби. Мы отель 5 Deluxe, да, напомню. Оборудованный пляж. На пляже есть также ресторан, есть сервис на пляже. Ну и, конечно же, прекрасный вход в воду. Крупный такой желтый песок, очень комфортный вход, хорошая глубина. Что касается активности и развлечений, то это, как я уже говорила, во-первых, можно взять машину на прокат и съездить в эти все прекраснейшие места, Парга, Загори, Метеоры. Можно взять в аренду велосипеды, можно отправиться на трекинг, прогулка на лошадях, в общем, различные водные круизы.
абсолютно огромное множество всего. Для детишек и для подростков, да, Adventure Club, подобный, вернее, не подобный, а точно такой же, как у нас работает в отеле Marbella Corfu, да, где все программы для детишек у нас основаны на греческой истории и мифологии, что помогает очень нашим детям еще и изучать историю Греции. Обучаемся играючи, да, как говорится. Настоятельно рекомендуем всем скачать приложение Marbella Collection. Там, во-первых, можно держать связь с консьержем, заказывать различные услуги. Можно там посмотреть меню во всех наших ресторанах, заказать спа-услуги, посмотреть меню в спа и посмотреть различные маршруты, которые, может быть, будут интересны вам для путешествий ваших вокруг отеля или острова Корфу. Также у нас будут интересные поп-ап-ивенты. Поп-ап-ивенты — это такие мероприятия, которые происходят в разное время года в разных наших отелях. Допустим, в этом году у нас запланировано 2 мероприятия с интересными шефами. На самом деле шефы с большой буквы, да, знаменитые Терини и Янис, греки, на самом деле живущие в Англии, и мы приглашаем их в наш отель, дабы они устраивали свои интереснейшие мастер-классы, и под это все дело можно приехать и посмотреть на их перформансы. Ну что ж, на этом я завершаю свой рассказ о коллекции отелей Marbella. Хотела еще напомнить о том, что в прошлом году отель Marbella Corfu был открыт. Мы благополучно пережили сезон, совершенно прекрасно и комфортно. С вашего позволения я покажу вам еще наши видео. Пережили прекрасный сезон, приняли 7000 туристов. Мы не побоялись и открыли свои двери, поэтому ждем ваших всех вас в гости в этом году. Отели уже открыты. Отель Marbella Corfu открывается 8 июня, отель Marbella Nido и Marbella Helix уже открыты. У нас хорошая достаточно уже загрузка. Огромное вам всем спасибо за поддержку. Ну что ж, давайте посмотрим 3 небольших видео. Отель Marbella Corfu первый. Следующий отель Marbella Nido, да, как мы помним, Marbella Nido — это вот у нас отель для пар, и у нас такая романтическая история. My time.
романтический, романтичный Марбелла Нидо и новинка сезона 2021 Марбелла Эрикс. Ой, я прям очень хочу, чтобы вы все посмотрели и видели снова. Making memories that last a lifetime is an art. We are the sum of all the journeys we take and the pictures they paint. Of journeys made to an unspoiled hideaway, overlooking the turquoise waters of the Ionian Sea, where you'll be warmly welcomed to a luxurious and authentic Grecian oasis, promising both tranquility and adventure. Where your time is your own. Picture a landscape. Filled with the deepest blues. And a sparkling sunlight. Which invites you to relax and completely unwind. Where you have room to breathe, and be tempted by the refreshing waters of a pool that is all your own. Explore the breathtaking beauty around you, where thrilling adventures await. Escape to the hills with your friends or family. Immerse yourself in the wonder of nature. It's always picture perfect here. So enjoy the freedom to do just as you please. To indulge in life's simple pleasures and the sense of feeling truly alive. Make memories to treasure. Come and make yours at Marbella Elix, Parga, Greece. Вот такие замечательные отели у нас. Ну что ж, друзья, у нас был еще вопрос. Перед Нидо тоже ли проходит дорога? Да, перед Нидо тоже проходит дорога. Я могу вам это быстренько показать еще раз. Кстати, мои контакты. Я и моя коллега Светлана Феронова. Рады ответить на все ваши вопросы. Все цены у нашего партнера, туроператора Алякар. И позвольте, я быстренько переключусь на одну из первых фотографий, где у нас виден пляж двух отелей, Марбелла Корфу и Марбелла Нидо. Вот. Пляж у каждого свой. Да, но здесь у нас проходит дорога, ее даже плохо видно, вот она, по-моему, вот где-то здесь проходит. Вот, она небольшая, но как бы она есть, поэтому просто нужно аккуратно ее переходить. Ничего там страшного нет, это не какая-то сверхширокая трасса и опасная, да, но так или иначе дорога есть, да. У отеля Марбелла Корфу есть подземный переход, у Марбелла Нидо его нет. Друзья, если у кого-то есть вопросы, буду рада ответить. Огромное вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что было полезно. Хорошего желаю всем сезона, греческого в том числе. Огромное спасибо, Светлан. Спасибо, компания Алякарт. Мы остаемся на связи. Всем прекрасного дня. До свидания. Спасибо огромное.